С Байконура успешно стартовала ракета «Союз-2» впервые в истории отечественной космонавтики. Она доставит на орбиту человекоподобного робота. Перед стартом он произнес знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали». Андроиду по имени Федор предстоит важная миссия, которая продлится 17 дней. Он проверит новую ракету на готовность к пилотируемым запускам, будет контролировать работу бортового оборудования, записывать параметры полета, а также протестирует систему аварийного спасения. Ранее «Союз-2» выполнял только грузовые полеты, а экипажи на МКС доставлял его предшественник «Союз-ФГ». Ожидается, что уже со следующего года все пилотируемые старты будут выполнять ракетоносители нового семейства «Союз-2». Отличаются усовершенствованными двигателями и новыми системами управления.